Всем доброго времени суток, меня зовут Камуэ. Сегодня будет небольшой косплейчик на фановский, так скажем, хак Марио. А, точнее, на Super Mario Bros. 2, если не ошибаюсь. Нашел я его на просторах интернета. Посмотрел, мне, честно говоря, очень понравилось. Я, естественно, смотрел не весь, чтобы было, ну, хоть немного интересно играть. Так что попробуем его пройти. Игрушка довольно-таки веселая. Так. Если честно... О! Mario Bros. 2 я как-то не играл. Поэтому ему немножко будет странно. Я не помню, что произошло. В принципе. Окей. Короче, теперь мы как минимум растаманы. Так, окей. Может быть, если повыдергивать эти кустики, как... Окей. Пускай будет Донки Конг. Бля, сундук. Ёп. Иди сюда. Давай, пузатик, на... Блин, его нельзя убить этим. Черт, окей, ладно. Окей, какие-то ворота. Мощь. Играем мелодию, окей. Блин, а чё второй раз не играет? Хреново. Господи, какие страшные звуки-то они издают, а? Мяу, блядь. Извини... Ладно, извиняюсь, постараюсь не материться. Блин, на гитаре один тот же звук. Неинтересно. Так, если не ошибаюсь, это что-то из Зельды. Ха-ха, чувак из Mortal Kombat. Юпи. Окей. Я понял, что оружие здесь ни хрена не работает. Врагов, короче, убивать, я так понял, не надо особо. Надеюсь, на их вред. Это то, что они отталкивают. Музыка шикарная, конечно. Нет, 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 не пихай меня. Нехорошее ты существо. Так, понятно, здесь прохода нет, значит, нам все-таки надо было в ту дверку. Я почему-то думаю, что она нас, наверное, наверх протанет. Понятно, не все так просто. Вот так вот у нас, да? Так, вишенками. Понимаю, наверное, меня заманивают то, куда надо идти. Ой, господи, какое-то мохнатое существо. Уйди, 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 уйди. Эть! Прыгай! Пройдем. Так, а что здесь Европы нет? Ну, вообще офигели, а? Дискриминация. Да, все-таки я был прав. Это Super Mario Bros. 2. На основе чего это было сделано? Если не ошибаюсь, это Миямото, по-моему. Хотя могу и ошибаться, честно говоря. По крайней мере, оружие очень напоминает... Ай, блин. Чувака, относящегося к Денди. А, к Нинтендо, извиняюсь, к Нинтендо.
Так, окей, что здесь сделать? Так, есть кустик. Кустик, наверное, не просто так сделал. Вот, точно. Трехочковый Чарльз Баркли. Ай, блин. Йо! Тише, 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 ребята, тише. Я так понимаю, никаких очков здесь нету. Простите за это небольшое. Теперь Басяра. Фак, нет. Нет, почему-то мне кажется, что если я умру, я начну все заново. Как в классике Марио. Да. Не хочу. Окей, ладно. Эти, кстати, вот это, не знаю, гномы, не гномы эти. Где-то я их видел с красными носами. Это же откуда-то. Здесь, походу, все откуда-то. Не, в музыкальную комнату я больше не пойду. Нафиг, и все равно там никаких ни плюсов, ничего нет. Аккуратненько. Хоть, возможно, это было не видно, но я почти промазал по клавише. Давай. Давай, на бошку, на бошку! Прыгай на бошку! Прыгай, глупый ты создание! Да, против движения, наверное, был не самый хороший. Ой-ой-ой. Бежим, 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 шоп, шип, 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 отсюда. Окей, зайдем и здесь, без разницы. Оп. Прошли. Бежим дальше, дальше. Так, окей. Берем эту фигню, хоп. Шакиланил. Блин, да вообще, Звездные войны отдыхают. А, вот эти... Ай, блин. Ягоды мне жизнь восстанавливают. Окей. Блин, почему их нет? А, нет! Все. Так, теперь я буду немножко поаккуратнее. Я постараюсь не брать его напором. А, есть. Фух. Тысяч. Окей. Так, убить она меня не может, да? Так, что-то я пока не очень догоняю, что дело. Во, все верно. Птыщ. Ай, блин, я жизнь сожрал, я... Слышь, Годзилла! Ай! Ай! Ааа! Сдохни, Годзилла! Сдохни! Блин, еще и с бантиком. Какая жесть. Ааа! Окей, ладно.
ты че, блин, ты... Та-та-та-та-та-та. Да прыгай! Несуразный ты создание. Fuck you. Fuck you, Спилберг. Fuck you, $2 million. Блин, давай, да... А, блин, да чтоб тебя! Ай. Создание-то не членораздельное. Окей. Давай, прыгай, прыгай! Да тебе куда ты? Да куда? Да ёп! Давай, 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 так. Я проскочил, окей. Хоп. Фу, прошли. Блин, теперь еще самолетик опять проходить. Что-то игру какая-то вообще жестокая, честно говоря. Это таким же фанатом было создано. Как и сам Марио. Даже, честно, еще не понимаю, чем он таким плюется-то, блин. Что-то, походу, разработчикам этот хэппи фейсы как-то не очень нравились. Ну, я понял, можно просто вот так вот пролететь. Меня никто не тронет. Окей, теперь уже все гораздо лучше. Так, жизни мы брать не будем. Вот эти жизни желательно как-нибудь попытаться сохранить. Да, сохранил. Блин, он меня укокошит. Да ё-моё! Блин, здесь никакого сейва нет, а? Сейчас фастран сделаем. Блин, вот этот уровень, зараза, раздражает, а? Что вообще, что, почему я пролетел? Давай, лети нормально. Ой-о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 й. Давай, да лети ты до земли. Давай, на картридж. Ладно, блин, здесь постоянно путаю, в какую сторону еще бежать с этим управлением. Давай, 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 прям на подбородок ему. Ех, отлично. Тихо. Не трогай меня. Не смей меня ляпать.
Что-то навык у меня как-то не очень хватает с этим драконом, блядь, справиться. Хреновым. Давай. Ну, теперь он еще каким-то красненьким плюется, раньше беленьким вроде. Непонятный, блин, редиски, картошки. А, черт! А, черт! В прошлый раз я, видимо, какую-то позицию такую альтернативную занял, и было все хорошо и весело. Ну, я понял, в принципе, как с ним бороться. Поэтому, я думаю, сейчас особо проблем быть не должно. Черт! Все. Доминает. Двух сердечек нет, окей. Одно оставим, попробуем что-нибудь с ней сделать. Черт! На тебе вхарю. Ну, уже прогресс. Давай бомбочку. Да чтоб тебя, а! Чёртов дракон, блин, как тебе пилить-то, блин, в заднюю твою дырку. Музыка, блин, меня уже дрожать начинает! Отлично, вообще перелетел че всю карту, блин. Что-то этот шарик немножко подглючил, опасно, опасно. Давай, 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 давай. Есть. Давай, во, отлично, вообще молодец. Бежим, бежим, бежим. Так, прыгнули. Оп, не туда. Все, бежим. Забежали. Чего он здесь притормаживает постоянно в самом начале, а? Постоянно надо клавишу нажимать, окей. Блин, почему здесь нет турбо-клавиши? Опасно, опасно! Черт! Давай, бась. И на последнем, зараза! Хрен тебе! Я в первом Metal Gear на хардкоре выдержал все пытки Оцелота. Если кто играл, знает, что это такое за ад. Блин, вот... Ё-моё, понятия не имею, как к нему, блин, прыгать. Зараза, что-то у него вообще не хватает опыта. Да блин, да он тут вообще так это плюется, что там вообще без вариантов. Блин, сдохни, ну сдохни, ну пожалуйста, умри! Умри, умри, животное! Нет, не надо, не надо!
Бомбу, бомбу давай, бомбу! Еее! Я прошел! Кыть? I'm a winner!